Видеожурнал «Горячий мастер» представляет. Баня на участке. Проблемы и вопросы. Очень много вопросов поступает на тему, где же все-таки поставить баню на участке, чтобы это было все правильно. И чтобы видео было не очень сложное, чтобы люди, которые слабо разбираются в этом вопросе, все-таки поняли, как и что. Видео, конечно, на эту тему у нас много, вы можете поискать их, но попробуем рассказать еще раз. Представьте, что у вас есть вот такой вот большой участок, где-то в не очень застроенном поселке, либо садовом товариществе. Вот с одной стороны он может быть выглядеть вот так, а с другой стороны видно, что уже там где-то что-то, кто-то начинает более-менее уже капитально строить. И как же вот думают люди поставить все и не понимают некоторых сложностей. Выбрать баню или выбрать проект бани – это самое простое. Купить участок тоже большой сложности не составляет. Но все люди думают, что мир крутится именно вокруг их пупка. И вот если они купили вот этот участок, то он останется именно в таком виде, как они его купили. Начинается быстрая застройка. Люди начинают строить на этом участке сразу и дом, и гараж, и все остальное. И, конечно же, ставят на участке баню, нисколько не задумываясь о том, как же будет полезно самим этим людям. А давайте поставим вторую баню на этом участке, а вот третью поставим, а вот четвертую. И вот у нас 4 позиции бани. В 4 позициях можно было поставить эту баню на этом участке. И какая же из этих позиций верная? Конечно, со всех сторон вашего участка природа, и можно окна развернуть куда хотите, вам так кажется. Но на самом деле, видите, все вот эти окна и двери бани у нас сейчас мерцают, потому что это неприемлемое решение. Да, когда вы из такой своей бани выйдете на снежок, то какая-то мимо проходящая лыжница начнет вас фотографировать, снимать на видео, чтобы потом выложить ваши микроразмеры для общего просмотра. Это, конечно, неприятно. Но кто-то подумает, ну можно же какую-то ширмочку организовать, чтобы когда вы выходите из бани, никто ничего не видел. Вот видите, типа какого-то плетня там наградить, чтобы никто не видел никакие проходящие лыжники или грибники летом. И все будет прекрасно, все будет так же тихо, птички поют, а вы балдеете там, отдыхаете после бани вот в этой вот своей загородочке. Но на самом деле все тоже не так просто. Построить загородочку можно, но нельзя запретить соседям строить дома. И прям как раз над вашей загородочкой может появиться огромное строение, которое будет нависать всеми двумя, а то и тремя этажами над вашей баней. Вы, конечно, скрипя сердцем, развернете двери и окна вашей бани в другую сторону, чтобы уже на этот раз точно никто не смотрел, как вы ходите там из бани и в баню. Но и с этой стороны вам поставят также такой же дом, тоже, может быть, даже 4 этажа. И именно, может быть, даже в метре или в 2 метрах от вашего входа в баню. Ну и с другой стороны также может появиться дом, а может быть 2 дома, а может быть участки могут разделиться и могут получиться вокруг вашей усадьбы 5 или 6 домов стоять. И вот эта вот шутка, когда лыжница фотографировала вас с вышедшим из бани в неглиже, она перерастет немножко в другую историю, когда многие соседи любят наблюдать, что же происходит вокруг, и смотреть, как вы там в бане своей ходите. И вот эта вот красивая дорожка, которую вы сделаете в вашу баню, которая расположена так неосмотрительно в дальнем конце вашего участка, вам кажется, что эта дорожка только ваша, и что только вы на ней властелин. И когда вы идете в свою баню, вы думаете только о банных принадлежностях, как вы сейчас будете париться и купаться. Но вот эти вот зрители, они навсегда останутся с вами. Какой-то мужик-извращенец из окна будет смотреть не только за вашей женой, но и за вашими детьми, и даже как вы идете в баню, и баба-лыжница. А скажите, а почему вот люди в машинах своих как-то ограничивают вот это вот пространство? Максимально закрываясь шторками, тонированными стеклами, за что часто платят штрафы. Почему люди ведут так себя? Не хотят показывать свою жизнь. Вот когда ваш участок глядит одной стороной или всеми тремя сторонами на дикую природу, всем кажется, что эта природа будет с вами всегда. На самом деле это уловка. Через некоторое время все это будет застроено адской застройкой, хаотичной, и такими людьми, которые будут пытаться выпятиться не только перед вами, но вообще перед всем светом. И никто даже не спросит вас, согласны вы на это положение или нет, с вашей жалкой баней, с вашей дорожкой, идущий у всех на виду к этой бане, и вообще со всеми нормами, которые имеются по уступам от строений и по расположению некоторых построек. Но теперь давайте поговорим о том, что вот представьте,
Вы поставили баню, соблюдая нормы. Ну вот метр от забора вы от соседского поставили свою баню. А баня это, как правило, такое место, где люди отдыхают, расслабляются, разговаривают, шутят. И если вы вот так поставили свою баню у самого забора, то что мешает или что может запретить вашему соседу просто сидеть у забора каждый раз и слушать, о чем вы там говорите в своей бане? Что вы там интересного можете рассказать, проболтать? Или просто очень недвусмысленно пыхтеть и повизгивать, как животные на природе. Это все будет очень интересно, когда будет записано на какую-то аппаратуру. И я даже вот боюсь в Одноклассниках писать, потому что я знаю, что все мои соседи сидят в Одноклассниках моих и смотрят, что же я там написал. Настолько глубоко интересует всех соседей, что происходит именно с вами, именно с вашей персоной. Поэтому, когда ставите баню на участке, нужно также и задумываться о том, чтобы вас просто элементарно никто не подслушивал в вашей бане. Для того, чтобы совмещать приятное с полезным, сосед может поставить также в метре от забора и, получается, в 2 метрах от вашей бани свой туалет. И тогда он будет там делать свои дела и слушать, что вы там говорите. Но баня, вы понимаете, баня это такой вот большой, но по-простонародному скажу, пылесос. Если вы видите, что из трубы бани идет дым, значит ровно столько, сколько дыма выходит из банной трубы, столько же воздуха поступает в вашу баню, неважно откуда, из всех щелей. Вы скажете, в моей бане нет щелей, но я скажу, а как же тогда горит печка? Она же, как говорится, хавает-то кислород, а кислород это воздух, и он поступает именно со всех щелей вашей бани. Но если ваша баня все-таки дает воздух для печи, то этот воздух поступает откуда-то извне, чтобы труба выкачивала его через печь наружу. И труба может выдавать до кубометра в минуту при очень мощных режимах топки. И это значит, если где-то рядом с вашей баней будет источник неприятного запаха, а дерьмо соседа, естественно, имеет неприятный запах. Вот ваш туалет в 2 метрах от бани, он не имеет неприятный запах, потому что это ваш личный туалет. А туалет соседа, естественно, он будет иметь омерзительно неприятный запах. И ваша баня, так как это пылесос, она будет втягивать именно вонь соседа в вашу баню. И она втягивает именно эту вонь тогда, когда баня топится. Когда она не топится, она ничего не втягивает в себя, и в ней может не пахнуть никаким дерьмом. А когда она начинает топиться, то запах дерьма соседа будет втянут в вашу баню, и вы ощутите его всеми своими ноздрями. Поэтому это тоже надо учитывать, что баню ни в коем случае нельзя ставить, и даже за 3 метра от забора, так как это все будет пахнуть чьим-то дерьмом, или чьими-то немытыми ушами, или чьими-то липкими руками, держащими в руках диктофон, который записывает весь компромат, который вы там натрындели в своей бане. Как же избавиться от всех вот этих вот недоброжелателей, которые постоянно ведут наблюдение? Как поставить вот эту вот красивую баню, в которой вы уже в уме моетесь долгие годы, которые еще нет на вашем участке, да и участка у вас пока еще нет. Как же все сделать правильно, чтобы потом не получить те самые ошибки, о которых мастер вам рассказывает? Потому что мастер сталкивался с многими клиентами, которые жалуются на все вот эти безобразия с приятным соседством. Я не могу дать одного общего решения по всем участкам во всем мире. Каждый участок при планировании рассматривается индивидуально. Каждый участок – это совершенно разные условия. И вы можете обратиться к любым специалистам, также вы можете обратиться и к мастеру за помощью, чтобы грамотно спланировать ваш участок. В описании под этим фильмом вы сможете найти ссылки на те видеоролики, которые очень помогают вам разобраться в этой ситуации, так как я еще раз повторюсь, у нас много видео, в котором мы рассказываем, где поставить на участке баню. Может быть, вы сможете разобраться и самостоятельно. Но поймите самое главное, никто из соседей никогда не будет обсуждать именно с вами, где он будет строить что-либо на своем участке. И никому не интересно, что вы уже сами успели наградить на вашем участке у самого забора. Пускай сосед нарушение норм поставит что-нибудь у самого забора. Но главное, чтобы вы
в вопросе использования своей бани получили именно тот свой интерес, а именно покой и удовольствие в вашей бане. Слушайте советы умных людей, подписывайтесь на наш канал.